Для того, чтобы участники реалити-шоу «Мовы размер к Новому году» добились желаемого результата, учтены все факторы. Это и профессиональные тренеры, работа психолога и диетолога, а также не менее важны снаряжение и обувь. О том, как подобрать подходящую обувь для занятий спортом, сейчас и узнаем. В первую очередь нужно подбирать для себя обувь, чтобы она была удобная, комфортная. Желательно, чтобы обувь была с супинатором, то есть анатомически правильно повторяла изгибы стопы. Я подбираю себе кроссовки конкретно, зная, что в данной паре обуви я буду заниматься. Только в зале, в каких-либо других я буду использовать там, для повседневного ношения на улице, где-то в помещении и так далее. Для того, чтобы процесс преображения был более здоровым и комфортным, всех участников реалити-шоу «Новый размер к Новому году» ждет наверняка самый приятный этап – шопинг. Здравствуйте! Для того, чтобы выбрать наиболее подходящую обувь для конкретного вида спорта, следует знать, что для бега важна легкая подошва с зауженным носком и скошенной пяткой. Лучше, если под пятками будет воздушный карман, то есть пространство внутри заполнено воздухом, благодаря чему удары во время бега смягчаются. Подошва, все. Цвет. Меня полностью все устраивает. Очень на ноге комфортно и, конечно же, заниматься не буду, но удовольствие. Для занятий степ-аэробикой лучше подойдут высокие кроссовки. Они отлично зафиксируют щиколотку и предотвратят повреждение голеностопного сустава. Ой, они вообще такие, как пушинки на ногах. Да, это мои. То, что надо. Если же вы любите походы и бездорожье, кроссовки с жесткой рифленой подошвой и мягким верхом – лучший вариант. Белая подошва кроссовок указывает на то, что они предназначены для занятий в спортзале, а надпись «Trainer» обозначает, что данные кроссовки беговые. Первый раз вижу такую подошву. На самом деле она очень хорошая, износостойкая, поэтому я думаю, что вы останетесь довольны и не захотите просто их снимать. Достаточно легкие. Да? Я выбрал. Можно померить? Пожалуйста, конечно. Каждый выбрал обувь по вкусу, а вот подойдет ли она для всех испытаний? Им не то, что будет комфортно, им будет очень приятно заниматься. Поверьте, что они останутся нашими последующими покупателями, потому что они не захотят снимать эту обувь и будут приходить к нам и звать своих друзей, знакомых и близких. Новые кроссовки есть, положительных эмоций прибавилось. Главное теперь не лениться и не кушать по ночам. Потому что на сегодняшний день результаты наводят съемочную группу на мысль, что не все участницы честны перед собой. А теперь вперед за новым размером!